Спасибо большое. Братуха. А можете? Спасибо, удачи. Детально не смотрел и не знаю, кто какого написал. Просто такой реальный кейс. Но у нас выполнено лучше. А здесь не парились и взяли игрока. Лепили в фотошопе как-то. Непонятно. Главное, чтобы вы не в камеру, ну, не шли, на экран не смотрели.
Давай, давай.
который был народ ЦСКА. Но претензий по вот этому эпизоду с Мурилой, с пенальти назначенным, у вас нет? Ну, во-первых, вот, они посмотрели, они оценили этот эпизод. У меня претензий никаких нет. Но есть претензии приблизительно такая же ситуация. Народ ЦСКА, смотрите, стали. Непонятно.